Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Тутемпаут. А мы продолжаем играть в игру под названием ARK Survival World. И когда я вошел на сервер этот, у меня пришло уведомление, то что меня убил Диофазаур 25 уровня на какой-то фиг. И вот теперь я пытаюсь найти свой дом. Как вы поняли, я сдох. Вещей моих нигде нет. Вообще нигде нет. А сдох я, наверное, уже тут очень давно. В сути, мой дом был где-то там. Это жопа какая-то. Вот посреди ночи хожу по этому пляжу. Я не могу понять, где мой дом. Сотку ставлю он там. Места знакомые. Да. Это просто какая-то жопа, друзья. Кто меня смог зарейдить? И на какой хер? Зачем? Самое главное. Чё ж это за место такое с бобрами? Так, ну это ясен пенит, тут и уебоны живут. Так. Здоровая махина, а. Так. Вон там, по сути, был мой дом. Он был. Его что, не осталось, да? Твою мать, это кто там? А, бля, это ты. Что случилось с моим домом? Блин, правда, ночью по воде не плавают. Опасно. Да чё произошло? Твою мать. Вот этот вход, вот моя зона. А где мой дом? Тут был мой дом. Ты зарейдил, сука. На тебе нахер, поебу. Договорись. Забив тебе сейчас. Где, бля? Ига, черножопая. Иди сюда. Ебанутое создание, на тебе поебу. Вот кто? Самое главное, какой фиг? Это сделал, зачем? Может, ты знаешь? Да иди ты сюда. Куда побежал, а? Вот ты будешь моим мясом. Офигеть, я монстр. Прям руками вытащился. Это пипец какой-то, друзья. Сейчас у нас тут темнота. Сейчас у нас тут ночь. Зона... просто пиздец. Меня тут зарейдили. Но ясен пень, наверное, надо заходить в игру каждый день. Но мне делать, что ли, нехрена. Вот тут где-то мои бобры плавают. Это просто пиздец.
Как мне жить? Я-то думал, меня никто не тронет, все будет заебись. Но не, нихуя. Можешь мне просто тупо переселиться отсюда и не начинать войну с бобрами-то? Это просто жопа какая-то. Опасную зону я выбрал, да. Не спорю. А что ж еще поделать нам? Опасно. Вот ротодоны тут еще. Ну, друзья, это, наверное, у нас сейчас будет последняя серия на этом сервере. А если она последняя, то надо бы нам с вами поугарать. Поугарать как следует. Что мы можем сделать для угара? Я бегаю как бешеный, я знаю это. Хорошо бежит мужик. О, ну давай, ты будешь моей жертвой на сегодня, давай. Хуярь, иди сюда. Чё ты на курицу отвлекся, а? Это будет мой бой. Ах ты ж скотина, а. А, съебался, сука. Я ж вижу то, что ты удрал. Блин, да отойди. Да, он смылся. Трус ты, понял. На кулаках дилосфазавра замочил. Ты чё? Раптор мёртв. Твою ж дивизию. А, вот смотрите, кто тут живет. Конечно, я выбрал самую безопасную зону, ага, самую безопасную. Идеальная безопасная зона. Это чё? Вау. Уж кого-то жрал. Твою мать, опять ты. Так ты ж съебался. Вот чтоб на меня больше не лез, я тебя добью. Ну чё, скотина, а? Пощадить тебя? Или не пощадить, а? На тебе ещё, на тебе ещё. Я тебе жизни отбавлю. Вот чтоб больше не лез, вот чтоб урок тебе был. Лежи теперь так. Крови. Так. Ох, да, мир как всегда прекрасный, все офигенно. Зверья дофига опасного. Ну а что еще поделать? Мы прогуляемся, подышим свежим воздухом. Чё, и тебя тоже, ты какого? С... Твою мать! Йо! Ничего себе! Вас тут сколько, пацаны? Твою мать! Ёб твою мать! Твою дивизию, нифига безопасная зона! Я ебал эту безопасную зону.
Это пиздец. Пожрать надо. Мне мясо вроде еще осталось. Пиздец. Просто задница, ребят. Офигеть. Вот тебе и безопасная зона. А, ну конечно, ну привет, ты какого? 25-го, ну и пофиг. Чё, тоже хочешь, чтобы я тебе забью скилл? Я тебя приручу, понял ты? А чё нам еще делать, друзья? Давайте его... Нет, никуда не денешься. А, ну и... Хрен с тобой, пираньи, сожрите его, а меня не трогайте. Безопасный район, офигенский. Тебе чё надо, хвосты? Да чё ж вас тут так много, а? Ты какого? А, ну, пиздайте. Иди сюда. Да, бля, идите вы нахер все. Я сдаюсь. У вас тут так много, даже тротодоны есть. Гандоны. Я хочу выжить. Я очень... Блять, там раптор еще. Ёп, твою мать. Не, друзья, вы только на это посмотрите, а... Пару денечков назад я как-то тут живым выбрался. Блять, это пиздец. Мне бы вон до той точки зеленой добраться. Это пиздец, друзья. Просто офигеваю над этим миром. Как я мог тут еще выжить? Это же самая ебанутая зона во вселенной. Пиздец какой-то. Ох, дойти вот до той зеленой точки, и, наверное, там будет безопасно. Но я в этом в основном надеюсь. Просто жопа какая-то. И я вот хотел до тут добраться. Может быть, мы с вами там и обустроимся. Ну, может быть. Так, а интересно, почитаем-ка журнал. Соприменник от костровинья стены. Автоматически? Не, блядь. Автоматически разрушено, ёб твою мать. Соплеменник погибает, убить Диофазавр. Мадам Диофазавр сожрал. Это получается, меня не зарейдили, а сервер автоматически... Зачистил мою постройку. Ну спасибо, сервер. Хорош. Так вот где там эта штука-то находится. Ну чё, мудак, сожрёшь меня? 35-й. Косишь. Я тебя взъебу. До потери сознания. Мне посрать, кто ты. Ты меня не сожрешь. Я тебя добью, скотина. Нет, беги, мудак. Беги за ним. Да беги за ним, он у тебя и так сильно поранил уже.
Ах ты ж скотина, а. Ну и хуй с тобой. Так, южная 1, легкий. Южная 2, легкий. Южная 3, легкий. Я пошел куда? Я на восточную пошел. Северная, северная. Знаете, я никогда не был на севере. Может, туда попробуем? Что-то у нас зависло немножко. Ух. Красотенька-то какая. Ёб твою мать. Как бы сейчас сделать? Мы же замерзнем нахер. А на это что надо? Камень. Камня ни хера нет. Бля, мужику пизда, а. Рудники, блять. Наконец. Тут построимся. Я думаю, что мы можем построиться. Тираннозавр. Заебись. Живем. Я хочу просто попробовать тут выжить. Давай камень мне добудь, зачем столько крема. Хорош, повышение уровня. Фонтейки. Ёб твою. Дракон! Выверно, блядь. Пизда, я зону выбрал. Хорош, охуенно, зону я выбрал. Пиздец. Что у меня по поводу этого? Выносливости прокачаем. Доступно 40 очков. Там этот гигантозавр, что ли? Не, ну нахер, я простой человек. Я даже слегка чокнутый. Решился поселиться в зимней зоне. Хорош я знаю. Я знаю, что хорош. Как тебе зажечь, друг мой? Вот тебе это, вот тебе это.
Давай погоришь хоть. Дерево, солома. Давай. У нас есть теперь дерево, солома. Сделаю топорик. Нагрейся у костра. Противник. Тут дом какой-нибудь построить. Зимней зоне. Офигеть, тут дерево добывается. Хорошо. Только, блин. Какой мне дом построить? Нужно было окно. Дашь в окно? Хорош. Зимняя зона — это пизда. Я думаю, у нас тут получится обустроиться. Материала падает очень много. Хорошо падает материал. Ни разу я в этой зоне выживать не пробовал, поэтому я думаю, нам сейчас будет это даже очень интересно. Так, мне бы сделать платформу. Платформа, еще дерева не хватает. Тут даже очень много всяких других видов животных. Своей шкале голода, походу, я скоро захочу жрать. Но что бы мне сожрать? Ну вот уже захотел, это жопа. Так, не свисти, братиш. Точно, ягоду малину сожрать можно. Я могу сожрать ягоду малину. Просто ягоды могу полопать. Блин, эту наркоту не ешь. Нет, эту наркоту есть плохо. Так, окей. Пока живу. И самое интересное, что-то у меня мужик не замерзает, а наоборот, ему жарко. Это очень интересно. Ничего себе. Мужику жарко, но не холодно. В этих местах. Да, выживать тут трудно. Но по сути... Тут даже сейчас безопаснее, чем на том пляже. На первые разы сделаю себе небольшой домик в этом райончике. Какие тут ты не хочешь продолжаться, да? Так, давай еще будем добывать. Так, давай добывай. Мне очень нравится, сколько тут падает дерево. Это просто великолепно. Небось, это место еще богато железными рудами. Я в этом уверен. Кто там так топает? Далеко лучше не отходить. Ёп! От нашей постройки. Потому что на самом деле тут очень опасно. Тут дофига тираннозавров. Деревянный фундамент, пожалуйста.
Деревянный фундамент поставили. Так, окей. Еще один построим тут. Давай ставим. Отличненько. Так, все идет как по маслу. Костерчик надо нам. Другое место переставить. Блин, опять у меня не хватает камня. Че ж ты будешь-то, а? Чтобы было нам тепло, соответственно, надо все сделать по науке, надо все сделать по-умному. Поэтому костерочек будет у нас гореть дома. Да, чтобы нам было тепло. Осталось нам... Йоу, корми бабой, какой коршун здоровый, это ж обоссаться. Так, с тебя тут что собирается? В окно. Понять бы. Твою мать. Сколько тут всякого опасного зверья, я... шоке. У меня просто сейчас шок. Блин, что бы сожрать? Сожрать ничего не могу. Пипец, парни, вот просто пипец. Голод так и прет. Давай еще маленьких ягодок захаваешь. Ладно, надо сходить на охоту. По-хорошему так сходить на охоту. Я видел, тут есть кого прибить. Ну нафиг, мне там звуки не нравятся. Ледники! Где тут была Дудо? Все это, конечно, безумно красиво. Где моя жрача? Я потерял свою жрачу. Очень странно. Так, ладно, вот мой дом. Блин, ну мужик, че могу поделать? Тут какой-то косолапый. Обожаю это качество сбора тут. Блин, братуха, не умирай. Пахал ягоды, все пройдет.
Ну где же... Не найти свою еду. Блин, тут... О, там барашек. А вот хуй тебе. Понял. Блять, я-то думал, нормальная зона. Кабаны вон даже есть. Есть что пожрать, а я тут... Уходи. Уходи, мне черножопая. Блин, я уже умираю. Самое главное, я так сильно умираю уже. Покушать ничего. Вон там вообще мамонт. С этой борется. Фигни. Так, вроде обобрал. Давай, давай. Умирать нельзя. Поживешь без мяса, мужик. А можешь и с мясом. Поймать бы кого. Да, это тяжело. Это реально тяжело. Блин, умер. Хорош. Ну, дорогие друзья, вот так вот мы попробовали выживать. Следующая серия, наверное, мы с вами попадем на другой сервер. Да, на другой сервер. Начнем все сначала, с чистого листа, на нормальный сервер, там, не паленый, вот, настоящий, на самый. И попробуем на нем повыживать, а на этом сервере все... Все мое добро заканчивается. С ним было, конечно, много воспоминаний. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.